Всем привет! Сегодня наш первый видеоурок по хореографии. Тема очень интересная, это хип-хоп и его роль в современной хореографии. Сам урок будет состоять из трех частей. Первая – это теория, вторая – практика и третья – это домашнее задание. Прежде чем мы начнем наше занятие, мы с вами сделаем небольшое упражнение на внимание. Поверните голову вправо. Теперь прямо. Покажите ладонь правой руки. Теперь левой руки. Здесь показываем на правой руке. 5, 4, 3, 2, 1. Итак, давайте же разберем, что такое хип-хоп. Хип-хоп – это танцевальное направление современной хореографии. Пришло оно к нам из Соединенных Штатов Америки. Принято выделять две танцевальные школы. Первая – это Old School, вторая – это New Style. Сегодня на занятии мы будем разбирать олдскульную базу хип-хопа. Базовые степы, шаги и всем известные кроссы и передвижения. Old School – это базовая школа хип-хопа. Она состоит из многочисленного количества степов, часть которых мы сегодня рассмотрим. New Style – это современная школа, которую мы можем увидеть на сцене у популярных артистов, а также в соцсетях ТикТока, Инстаграма или Лайка. Предлагаю перейти к практической части занятия. Начнем мы с разминки. Поворачиваем голову направо, прямо, налево, прямо. Направо, прямо, налево, прямо. На бок, правый, ровно, лево, ровно, право, ровно, лево, ровно. Теперь исполняем круговое движение головой слева направо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Разминаем наши плечи. Исполняем круговое движение назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Переходим к разогреву рук. Руки разводим в стороны и делаем круговое движение с акцентом к себе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А теперь с акцентом от себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Переходим к разогреву грудной клетки. Грудь мы выводим вперед, приводим положение ровно, в себя, ровно. Вперед, ровно, в себя, ровно. Вперед, ровно, в себя, ровно. Не забываем дышать. Вперед, ровно, в себя, ровно. Следующее, разогреваем тазобедренный сустав. Круговое движение вправо, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 и влево. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Левую руку поднимаем наверх, наклоняемся вправо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Возвращаемся. Правую руку вверх, налево. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Переходим к разогреву колен. Для этого ноги ставим вместе, ладони на колени. Исполняем круговое движение вправо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь фиксируем ноги на ширине плечей обратно и поднимаемся. Полупальцы ровно, полупальцы ровно, полупальцы ровно, полупальцы ровно. Ставим ноги вместе, руки на пояс, прыгаем. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8. Итак, я думаю, что все разогрелись, поэтому мы начнем изучать первый наш степ. Первый наш степ называется крис-кросс. Для его исполнения ноги ставим на ширине плечей и первый раз делаем вспрыжку. Правая нога у нас уходит вперед, левая назад. Образуем крестообразное движение. Возвращаемся в исходное положение и за вторым разом левая нога идет вперед, правая назад. Два. Возвращаемся в исходное положение. Повторяем. Раз, два, три, четыре, пять,
6, 7, 8. Во время данного степа мы можем использовать не только нижнюю часть тела, но и верхнюю. Верхняя может идти как угодно. Это могут быть круговые движения, это может быть движение грудной клеткой вперед-назад, либо по кругу. Давайте соединять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Следующий степ, который мы рассмотрим, называется V-степ. Для этого ноги мы ставим вместе и разводим носки в стороны, пятки сохраняя вместе. Правая нога у нас проворачивается на полупальце и приводится в такое положение. Левая нога проворачивается на пятки и приводится в такое положение. Теперь возвращаемся обратно в исходную позицию. Левую проворачиваем на пятки, правую на носке. Теперь закрепляем опять-таки правая на полупальце, левая на пятке. Левая на пятке, правая на полупальце. А теперь надо соединить это движение вместе. Мы делаем раз, возвращаемся, два. Раз, два. Раз, два. Можем немножко ускориться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А кто совсем умничка, мы делаем другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Предлагаю усложнить и делаем право ровно, лево ровно. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Теперь предлагаю добавить движение вверху. Можно руками по кругу, со стороны в сторону, грудной клеткой по кругу, либо кач со стороны в сторону. Давайте соединять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Третий степ, который мы сегодня рассмотрим, называется Running Man. Для его исполнения мы поворачиваемся боком, делаем спрыжку, левая нога уходит вперед, правая назад. Раз. Возвращаемся в исходное положение, при этом правую ногу сгибаем в колени. Два. Меняем ноги. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Ускоряемся. Раз. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Последнее движение, которое мы сегодня разберем, называется пати-машина. Для этого мы делим тело на две части, нижняя и верхняя. Правую руку мы отводим в стороны, делаем круговое движение к себе и возвращаем в исходное положение. Повторяемся с левой рукой. Левую руку в сторону, круговое движение к себе, опять ровно. Закрепляем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь давайте разбираться с низом. Ноги мы ставим вместе, теперь спрыгиваем вправо, правая нога остается опорной, левая открывается в сторону. Раз. Теперь возвращаемся обратно, левую ногу мы сгибаем, правая остается опорной. Два. Следующее, мы спрыгиваем на левую ногу, левая нога остается опорной, правая открывается в стороны. Три. Теперь обратно. Четыре. Давайте соединять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так как мы разобрали и верх, и низ, можем соединить эти два движения вместе. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть,
7, 8. Повторяй. А теперь давайте соберем все выученные движения в одну связку. Начинаем с вистепа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. За ним добавляем крис-кросс. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И на семь, восемь делаем поворот. Семь, восемь. Следующий раннинг мэн. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И пати машин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Давайте закрепим. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 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 Предлагаю, чтобы было веселее, исполнить связку под музыку. Между нами вода. Давай на тет-тет-тет, йо, ты и мы тет-тет, йо. Я прикрываю свой тыл, пара, минус один, йо. Где же ты, где же ты, где я? Тратил себя по КТ, я стабильно стал холостым, я чуть не погиб молодым, я просто трачу свой... Связку мы отрабатываем и закрепляем. А теперь переходим к домашнему заданию. И домашним заданием будет ответить на три вопроса. Первый – что такое хип-хоп? Второе – назвать две основные школы хип-хопа. И третье – назвать четыре базовых степа. Это был наш первый видеоурок. Всем хорошего настроения. Пока!